Like a bell cut. Может, все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Уговор я выполнил. Остальное не имеет значения. Ладно, право твое. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространства шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародерство, конфликты. Никто не смог взять на себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией.
Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже бессильна. Ладно, нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно.